Меня зовут Татьяна Синькова. Мы здесь с семьей приехали впервые. Обычно мы с мужем как бы по-разному дайвили. Первый раз я, второй раз он поехал. Вот. Погружаемся мы с семьей вдвоем с мужем спустя 9 лет. Конечно, разница очень большая была. Настолько были необычные все эмоции, какие были 9 лет назад и какие сейчас. Всего возраста, наверное, таким вот. На яхте понравилось абсолютно все, вплоть до персонала, до того, как они нас одевали, раздевали, быстренько все, коротко, ясно, прям.